Концертный сезон 2014-2015 годов был интересным, насыщенным, плодотворным, наполненным яркими и незабываемыми впечатлениями от встреч с великолепными исполнителями. Завершающая афиша 26 июня представляет бессмертные творения двух великих русских композиторов – Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева. Откроет вечер концерт номер один для фортепиано с оркестром Рахманинова, наполненный юношескими тонкими романтическими чувствами. Это первый музыкальный роман из четырех. Композитор написал 4 фортепианных концерта. Эти концерты прославили Рахманинова на весь мир. Второе отделение подарит слушателям встречу с любимыми шекспировскими героями в одном из наиболее популярных сочинений Прокофьева – «Сюите номер 2» из музыки балета «Ромео и Джульетта». Балет Прокофьева стал одним из лучших музыкальных воплощений духа и времени Шекспира. Исполнители вечера – Сочинский симфонический оркестр под управлением главного дирижера Олега Солдатова, солист Сорен Вартанян.